Вкус овсяной каши знаком с детства каждому. Овес полезен, и его можно есть, даже сидя на самых строгих диетах. А наши предки умели из овса и сметаны готовить настоящий лечебный бальзам. Андрей Щинов, кандидат медицинских наук, обратился к старинному рецепту и на его основе создал уникальный овсяный квас и запатентовал изобретение. Все простокваши, йогурты, мацони, там, так далее. Айран, тан. Они все делаются на лактобациллах. Квашеная капуста киснет у русских на лактобациллах, соя у китайцев киснет на них же. Они заселяют весь желудочно-кишечный тракт, значит, от начала до конца. Они безвредны, и вот на их основе мы создали вот этот овсяный продукт, овсяный квас. 12 лет Андрей Щинов потратил на исследование. И теперь даже современные врачи, которые редко прибегают к нетрадиционной медицине, рекомендуют своим пациентам овсяный квас доктора Щинова. Мы достаточно давно используем квас, используем ацетофильный концентрат и имеем хорошие результаты, особенно у больных, которые находятся на антибактериальной терапии. Все гениально и просто. Очень просто готовится. И вот судите сами, ребенок не болеет. Мне очень нравится. Вкусный? Да. Очень хорошо утоляет жажду. С овсяным квасом доктора Щинова можно готовить окрошку и холодные супы, а закваску использовать в качестве заправки различных салатов. Результат наших опытов, которые мы здесь контролируем по нескольким параметрам, в частности, вот здесь перед вашими глазами pH-метр. Квас доктора Щинова пока не продается, но если у вас достаточно терпения, овсяный концентрат можно приготовить собственными силами у себя дома. Я давал рецептуру с подробным объяснением, как сделать, но все делается руками, и поэтому тут что-то ошибся, там что-то не доделал, изменился вкус, изменился цвет, изменился запах. Есть какие-то нюансы, и людям это быстро надоедает. В конечном итоге созрела идея, чтобы это реально было каждодневным продуктом для многих, так сказать, семей, надо сделать просто технологию, которая была бы приемлема для человека, занимающегося бизнесом, для производителя. В лаборатории изобретатель отрабатывает технологию приготовления ацетофильного концентрата, чтобы полезный и в то же время вкусный напиток с давно забытым вкусом настоящего кваса можно было найти на прилавках магазинов.